Это случилось утром, после ночного рейда. Всем лежать! Не двигаться! Валить все комнаты! Я просто увидел ее. Словно это была судьба. Береги себя. Я дал себе слово, что если выживу, я найду эту девушку. И скажу ей спасибо за то, что она спасла мне жизнь. Я Бет. Логан. Что привело тебя в Хэмптон? Это долгая история. Этот парень просит работу, и я не могу от него отделаться. Как ты его выпроводила? Дала ему работу. Ты ничего о нем не знаешь. Ты тоже. Кто это? Один парень, которого наняла бабушка. Салют. Любишь курицу? Бен, у Логана наверняка есть планы. Не помню, когда в последний раз у меня были планы. Эта кастрюля точно будет сиять. Думаешь, я не вижу, что тут происходит? Тебя это уже не касается. Мы просто попьем пиво, как коллеги. Это не свидание. Я давно хочу тебе кое-что сказать. Прости, что не смог подобрать слов. Ой! Эй, он и мой сын, между прочим. Отпусти мою руку. Вам лучше послушать ее. Ты не представляешь, что это за жизнь. Зато я знаю, что ты заслуживаешь большего. Не смей больше лезть ко мне. Тебя хочется целовать каждый день, каждый час, каждую минуту. Откуда это у тебя? Нашел, у твоего Логана. Я должен был сказать тебе, я хотел, но не знал как. Он явился сюда, себе на уме. По-моему, это ненормально. Ему суждено было найти это фото. Я думаю, это случилось не просто так. Как можно объяснить что-то, когда ты сам этого не понимаешь? Зачем ты приехал сюда? Чтобы найти тебя.